Сейчас я вас научу, как приготовить самое сочное куриное филе. Его можно будет использовать как на горячее, так и для салатов. Итак, делаем рассол. В воде смешиваем 1 ложку соли, погружаем в него куриное филе и оставляем просаливаться ровно на 1 час. По истечению времени вынимаем и просушиваем с помощью бумажного полотенца. Далее филешку обжариваем на растительном масле и среднем огне с каждой стороны по 5 минут. И чтобы она не была достаточно скучной, сделаем легкий маринад. Для этого в отдельной миске смешиваем соевый соус, растительное масло и специи. И сразу переходим к финальной части. Для этого филешку перекладываем на фольгу, смазываем нашим маринадом со всех сторон. Ну а кто хочет получить более классический вариант, маринад не нужен. И уже подготовленную филешку заворачиваем в плотный конверт и отправляем в разогретую духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. По истечении времени грудку достаем и для подачи в горячем виде нарезаем. Ну а если она вам нужна для приготовления салата в холодном виде, дайте грудке остыть прямо в фольге.